Скажите, пожалуйста, вот вы говорите все время про животное тело, про духовное. А вот система душ в духовном – это самая высокая ступень или что-то есть еще выше? Спасибо. Система – это не ступень. Система – это система. То есть общее желание, оно, которое создал Творец, оно прошло разбиение на отдельные части. И эти отдельные части связаны между собой. Значит, нам надо эти отдельные части собрать так, чтобы они существовали как одно общее целое, хотя они разделены между собой. Тогда, в таком случае, их функционирование как одного единого целого, хотя они разделены между собой, оно обретет в 620 раз большую силу, чем то функционирование, в котором они находились до разбиения.